Поселок Диксон станет ключевой точкой в освоении арктического севера. Об этом рассказал губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Он посетил остров с рабочим визитом, чтобы определить, как именно будет развиваться поселок. Подробности в репортаже Александра Ловицкого. На Диксоне должны произойти серьезные изменения в сферах здравоохранения, ЖКХ, инфраструктуры. В их числе реформы и обновление жилищного фонда, обеспечение стабильной и регулярной доставки продуктов и других грузов, а также преобразование аэродрома. Такие распоряжения во время рабочего визита на остров сделал губернатор Красноярского края. На Диксон глава региона прилетел, чтобы рассмотреть и найти решение проблем жизнедеятельности поселка. Первое, что бросается в глаза – ветхий жилой фонд. Множество домов брошены, однако продолжают вытягивать бюджетные деньги на их коммунальное содержание. Чтобы решить эту проблему, нужно провести ревизию всех домов и понять, какие еще пригодны для жителей, а какие нужно просто снести. Если дома заколочены полностью, они уже не нужны, они только портят этот вид. Проблема брошенных домов возникла из-за сокращения числа жителей острова. Диксон был основан в сентябре 1915-го. В этом году поселку исполнится ровно 100 лет. Однако со временем жителей здесь становится все меньше. Если еще в 90-х в поселке проживали более 5000 человек, то сегодня лишь около 600. Даже в местной школе есть классы, где почти нет учеников. У нас вот сегодня в 4-м классе остался один ученик. Было двое, один уехал на материк с мамой. Вроде как хорошее дело, мама в декретный отпуск пошла и выехала решать свои проблемы. Но у нас это минус один. Еще две острых проблемы – это дефицит лекарств и нехватка узких специалистов-медиков. На Диксоне большая больница, в ней есть дневной стационар, поликлиника и даже оборудование для диагностики. Только работать на нем некому. Для лечения серьезных заболеваний людям приходится летать на материк. Глава региона поручил организовать профилактический осмотр населения Диксона врачами из Норильска и Дудинки. Принимать они будут регулярно по установленному графику. Что же касается лекарств, то тут, поясняют власти, чтобы снабдить жителей всем необходимым, придется сменить поставщиков. Сейчас медикаментами остров обеспечивает Дудинское муниципальное предприятие «Фармация», которое переживает не лучшие времена. Нам ее придется, видимо, присоединять к губернским аптекам как более крупному предприятию, имеющему более обширные возможности и кредитные, и по поставкам медикаментов в любую точку Красноярского края. Также губернатор поручил решить транспортные проблемы, серьезно модернизировать аэродром, сейчас он не соответствует никаким нормам, а также увеличить количество судов, заходящих в Диксонский порт. Мы уже сегодня готовимся, мы на реконструкции на следующий год ставим СП-4, это паром, который будет ходить сюда, увеличивая его вместимость до 120 человек, чтобы можно было отсюда в летнюю навигацию, в летний период перевозить людей. Решат на острове и проблему с дефицитом продуктов питания. Она существует из-за короткой навигации, которая начинается почти в августе и заканчивается уже в начале октября. Уже в ближайшие дни власти разработают механизм, как сделать поставки регулярными и снизить цены на продукты. Можно организовать в определенном ритме доставку таких товаров и ресурсов, опять же, из Норильска, из Дудинки, по воздуху, авиационным транспортом, при этом просубсидировать из бюджета вот эти транспортные расходы, чтобы цена основных жизненно необходимых товаров и продуктов на Диксоне была, в общем, идентичной, как и в Норильском промышленном районе. По словам главы региона, у Диксона большие перспективы. Поселок займет ключевую позицию в освоении арктического севера. Все поручения, которые губернатор дал краевым и местным властям, будут подписаны в течение 10 дней. Кроме того, местные жители смогут нести свои предложения, как улучшить качество жизни на Диксоне. Александр Ловицкий, Александр Ермошенко. Новости.